Представьте себе, что вы ушли. Здорово, дружище. Представьте себе, что вы ушли из дома и к вам пришло вот это. Давай, душ будешь принимать? Нет? Ты что творишь? Ты что творишь? Ничего себе. Ты что, попух, Винни-Пух? Ты посмотри. Ты как, синий? О. Красавчик. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы на канале Variations 360. И скажите, вы когда-нибудь задумывались над тем, что вы будете делать, если синий из Rainbow Friends придет к вам домой? Вот сейчас вы узнаете, что называется, техника безопасности на такой вот случай. И не забывайте, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь, жмите колокольчик, смотрите видео до конца. Помимо этого, сегодня будет еще много других видосов, и в конце будет интересно. Не переключайтесь, как говорится, поехали. Итак, синий из Rainbow Friends пришел к вам домой. В реальной жизни мы можем наблюдать камерами, представьте себе, что вы ушли. Здорово, дружище. Представьте себе, что вы ушли из дома и к вам пришло вот это. И вы где-то в отпуске смотрите на камерах, да? У вас камеры в доме стоят, вы смотрите и видите, как оно шарится у вас по домам. Это же ужасно. А вдруг оно схавает все продукты в холодильнике, а у вас там бабушкина лазанья. Это же ужас. Что же делать? Посмотрел на раковину. А ты не думал слюньки вытереть изо рта, дружище? Хотя бы раз. Может быть, стоит? Не стоит, да? Так, ладно, хорошо. Сейчас нам поменяют ракурс. Ага, зашло теперь сюда, значит. Ванная, да? Ванная, душ. Давай, душ будешь принимать? Нет? Ты что творишь? Ты что творишь? Ничего себе! Ничего себе обордевшее создание! Ты что, попух, Винни-Пух? Винни-Пух совсем попух или что? Я не понял. Так, подарки не трожь. Подарки не тебе. Подарки не трожь, говорю. Нечего тут озираться. Это не твое. Ручки свои загребущие убрал, даже не думай. Что он делает? Где он? А, взял подарок! Куда взял? Куда понес? Кто тебе разрешал? Говнюк! Пришел, стырил подарок и ушел, серьезно? Автомобиль. Сейчас машину угонит, что ли? Ну, слушайте, ну и наглая рожа, а. Так, ну на этом мы не заканчиваем. Тут еще продолжать. Опа. А это типа уже не камера, это типа уже в шкафу прячемся от него, да? Да не ори ты, ну ты что, дурной совсем? Нормально все. Дружище, что такая агрессия? Ни с того, ни с сего. Тихо. Мы за ним идем? Мы что, с ума сошли? Куда мы за ним идем? Зачем? Не надо! Это плохая идея, мне кажется. У меня смутное ощущение, что идея плохая. Так, вниз куда-то вон спускаемся. О, ну я тебе говорил. Вот теперь беги назад. Вот беги теперь назад, дурила. Вот что ты наделала. Так, все, прячемся, ссымся по углам от ужаса. А оно идет. Оно идет, оно заходит в другую комнату. Так, по стелсу. Да хватит там рычать. Примите таблетку какую-нибудь успокоительную, товарищ. Он уже стрелочки тут рисует в доме. Уже стрелочки тут начал говнюк в доме рисовать. Подарки. Помогите! Оно сейчас за мной погонится, походу. Куда? Дай посмотреть. О, все. Ну, замечательно. Поцеловал. Не, ну я, конечно, понимаю, вы, товарищ, такой романтически настроенный. Для начала, может, познакомиться бы стоило, нет? Вот этот видос как-то странно называется. 360, ты радужные друзья. Понятно. Мы смотрим с точки зрения Blue. Ну, давайте посмотрим на вот это вот процесс. Здравствуйте. Извините, очень люблю шариться по чужим домам. Кстати, не хреновенький вы отгрохали. А, это зависло, господи, я-то думаю. А я-то думаю, что творится. Так, бежим. Ты-дык. Смотрите, коляска. А где тот, кто на коляске сидит? Ну, вообще в больнице в какой-то, да? Ты что делаешь? Чё? Чё сейчас произошло? Кто-нибудь? Ты что, переволновался, дружок? Что это? Я не понимаю. Сердечко прихватило, походу. Я что-то не знаю. Ой, еще один, смотрите. Тыдык. Это санитары, да? Это какая-то шуе-клиника, ребята. Бегаем тут за санитарами, за пациентами. Они все видят радужных друзей. Таблеточки принять забыли, радужных друзей видят. Так, как говорится, есть три стула, да. И на каком-то из них сидит чертила. Давайте же подумаем, на каком. По-моему, посередине, да, очевидно. Я не понимаю, что это? Они как будто жрать что-то начинают резко в его присутствии. Увидел синего из Rainbow Friends и проснулся голод. Канал Hornstrom Games. Видео называется «Синий очень расстроен из-за игрока». Какой прекрасный день! Ау! Это было больно. Погодите-ка. А это еще откуда? Это мое! Ой. Да никого здесь нет. Это было жутко. Это все мое, а теперь ты мой, а? Вот здесь вот хорошо прятаться. Ты уверен, да? Мне кажется, он видел, как ты сюда забежал. Подожди. Я просто хотел поиграть. Я не понимаю. У меня есть кое-что, что может быть интересно. Окей, давай посмотрим, что. А что это? Кассета с его мордой? Что там?
Когда-то я играл в игры, но некоторым людям не нравилось, какой, нифига себе, они ему что, глаз вынули? Ну теперь-то понятно, от чего у него пуговичка. Кстати, это на самом деле интересно, от чего у него вообще пуговичка вместо глаза? Они были злые, смеялись надо мной. Ученый какой-то вообще просто. Ты дурак, что ли? Ты взрослый мужик, ты ученый, ты что делаешь, объясни? Показывали пальцем. Ой, приятель, не вини себя. Слушай, ты хочешь поиграть со мной, когда хочешь? Ой, правда, конечно. Вау, как интересно. Вот это игра, дружище. Вот это ты прям замутил. У него сейчас от дофамина мозг взорвется. Какая игра? Я думаю, я наконец-то нашел. Нет. А? Ты что, дурак, что ли? Ты что делаешь? Что с тобой? Теперь ты увидишь мою злую сторону! А это была добрая, да, вот эта рожа? Понятно. А лучше бежать. Иди сюда, ты маленький желтый! И сейчас Coldplay запоет. And that was all yellow. Да, это было бы здорово. В самую тему, да. Пожалуйста, не бей меня! О! Он построил башенку! Прости, друг, я забыл, что ты хороший. На Нюрнбергском процессе надо было ребятам тоже построить башенку, и они бы всех убедили, что они хорошие. Это вот как делается, оказывается. Построил башенку, и ты хороший. Замечательно. Давай отпразднуем. Действительно. Происхождение синего, ребята. Что творится? Сильные головные боли. Он готов. Когда у тебя синие головные боли, значит ты готов. Отлично. Операция начинается. Поппи, ты что тут забыла? Что они со мной делают? Это? Мой глазик! Мои ручки! Так я запутался, каким фигом у него глаз-то пропал, господи. Кто-нибудь мне объяснит, как он потерял свой глазик этот, чертов. Ой, так вот его история. Надеюсь, все будет хорошо. Подождите, а можно поподробнее? Что это сейчас был за сценарный выкидыш, я прошу прощения? Можно какие-то пояснения? Так, был, значит, мальчик. Купили ему, значит, игрушку, он пришел пуговицу. Теперь корону себе тоже напялил, да. Вообще красавчик, да. А потом они все, давайте там играть каждый в свою игрушку, переодеваться. И что, из них потом сделали этих монстров или что? Я надеюсь, все хорошо. Или эти игрушки ожили, или из них сделали монстров, непонятно. Это было утомительно. Отпустите. Я вернулся в нормальное состояние. А, так это добрый ученый. Дверь. Мне можно уходить? Ой, ты посмотри на него. Он такой счастливый. Теперь. Ой. А это еще что такое? Ой. Кто все эти люди? Это не люди. Все эти люди, они не люди. Как минимум, вот такая вот есть деталь, да. У нас график, мисс. Времени осталось мало. И что же мне теперь делать? Что делать, что делать? Не знаю, не кисни, на радуге зависни. Я не знаю, что тебе делать. Это, друзья, как раз радужные, поэтому чего бы нет. Канал Halmo Animation. Прется, смотри. Ну, сейчас будет, короче. Сейчас начнется выступление, да. В общем, вот, синий поет нам, да, песенку свою офигенную. А мы отвечаем, мы это, соответственно, вот. Логично предположить. Boyfriend is Friday Night Funkin' против... Что там, двери у вас, нифига себе ходуном ходит. О, Sonic, Tails, Бонзо, здорово. Так, Бонзо прямо четко вместе с Блу поет, да? Так, дружище, ты видал, что там? Ты видал, что там сзади? Sonic и Tails на дереве сидят. Давай автограф у них возьмем, а? Тебе не интересно, что ли? Так, ну вот смотрите, он увлеченно распевает песенку. О! А ты как вылез, погодите! А, вот он вышел, да. Все, понятно. Че, сейчас тоже запоешь, да? Так смотри, что это за пацан пришел, да? Ой, я здесь установил немножко. Блин, ну песня вот эта классная, конечно. Меня реально вот вставляет вот эта вот песенка из Rainbow Friends Mode, она прикольная. Так, там, что там сверху, подожди? А, это Бонзо. Это Бонзо Банни, да. Тейлз там тоже поет что-то у вас. Опа-на! Ты шо, какой бодрый выск. Ты посмотри. Да-да-да-да, давай. Ой, великая песня.
А что там, кстати говоря? Among Us. Отсюда что? А! Предатель идет! Бля, крыса! Крыса сзади! Ты чё? Чё ты лапами своими шарудишь? Ты крысу не раздавил? Тут предатели бегают. Вентиляции. Ты как, синий? О! Как чётко. Красавчик. Блин, вот это классно. Вот это обалденно сделано, слушайте. Ой, блин, капец. Молодец. Молодец, дружище. Ну вот, вот, вот видите, у человека огромная такая голова, такой интеллект, короче, и он все равно веселится. О, прибежал. Смотрите, мне еще удается как-то более-менее удачно увидеть, как туда они выбегают. Так, все, все, дерганый этот крендель, этот псих. Слушайте, ну фиолетовый-то, наверное, он отсюда появиться должен, да? Мне кажется, надо сейчас сюда посмотреть, потому что фиолетовый же в вентиляции как бы тусит. Мы же все это помним. Так, поехали. Вот морда твоя наглая, а? Ты посмотри на него. Этот, а этот все руками. Руками, где красный? Я хочу, чтобы он еще станцевал. Красный еще станцует, нет? Было бы классно. Давай, где он там? Алло! Кто красного забрал куда? Кто его спрятал? Быстро верните. Давай, давай, вот отсюда, да? Попрет сейчас. Ты сказал? О, о! Смотри, смотри, ходит, ходит там. Давай, давай, танцуй, танцуй, красный, танцуй. О! Я был прав! Смотрите, вот рожа, вот и рожа выскочила. Так. Смотрим по бокам, не забываем оборачиваться, потому что везде что-то происходит. Блин, вот это, вот этим вот прикольно, кстати. Вау! Это красиво, слушайте. Ой, извиняюсь. Красиво, стрелочки сверху летят. Бонза уже там почти до низа, он скоро поцелует доски. Надо что-то с Бонза делать, я считаю. Так. Ну вот этот классно танцует, он танцует лучше всех просто. Ну не считая красного, естественно, я говорю про вот этих всех пацанов. Из этих он самый крутой, красный, конечно, вне конкуренции, да. Ну что? Ну что, дружище, может быть ты немножечко более добрую рожу сделаешь? Что ты такой агрессивный? У тебя такая морда, как будто ты хочешь меня сожрать. Это подозрительно. Ты же добрый, да? Ты же не хочешь. Правда ведь? Надеюсь. Я надеюсь, конечно. Так. Осталось уже, кстати, не так много. Осталось меньше минуты. Я все еще пытаюсь поймать последний хореографический шедевр от Красножопова. Но пока его нет. О! 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 Ты шо, ты шо, ты шо? Вот это тебя плющит. Ну, красавчик. Так, сейчас, наверное, все по очереди петь будут, да? Ты тоже будешь? Не, не будет. Только синий. Только синий, ребята, он вернулся. Сейчас на нем все и закончится, да? Ну, красная жопа твоя, ну где ты? Ну, еще раз танцуй, нет? Что тебе жалко, что ли? Ох, и все, 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 пар, все заорали, все разорались, тут все разоряются. Ох, да-да-да, вот это, на этого тоже мне хотелось посмотреть под конец, как он действует. Ну что, на этом, ребятки, мы с вами заканчиваем, вот такие вот были анимации. Сверху ссылочка, продолжайте смотреть следующие видео, плейлист сбоку, продолжайте развлекаться, веселиться. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь, жмите колокольчик, за такой танец как лайк не поставить. И на этом все, всем счастливо, всем удачи, всем пока.